Очередное заседание Политсовета Серпуховского отделения партии «Единая Россия» состоялось под председательством временно исполняющего обязанности секретаря отделения главы Серпухова Дмитрия Жарикова. Как сообщается на официальном сайте Серпуховского отделения партии, важным вопросом повестки дня стало принятие в «Единую Россию» новых членов, рекомендованных накануне Советом сторонников местного отделения партии. Так, в партию были приняты 8 новых членов в возрасте от 25 до 60 лет, каждый из которых зарекомендовал себя ответственным, исполнительным и перспективным сторонником. Серпуховичи разных возрастов и профессий выражают готовность активнее участвовать в общественной и политической жизни города. В ходе заседания местного политсовета также была утверждена дата и место проведения второго заседания внеочередной конференции местного отделения партии «Единая Россия» в Серпухове. Кроме того, члены политсовета заслушали доклад об участии местного отделения в осеннем месячнике по благоустройству городского округа Серпухов, а также о реализации партийного проекта «Крепкая семья». В рамках данного проекта 31 октября в 13 часов в парке «Питомник» пройдет акция чаепития под названием «Теплые карусели», приуроченная к закрытию сезона бесплатного и льготного пользования аттракционами в городских парках.